В аргентинской провинции Буэнос-Айрес снова эвакуируют людей из-за нашествия большой воды. Это регион Лесама. Расположен примерно в 150 километрах от столицы страны. Несколько дней здесь не прекращался проливной дождь, и вот результат. Река Салада вышла из берегов, некоторые жилые дома ушли под воду почти по самую крышу. В бедственном положении оказался и домашний скот. Местные фермеры говорят, уже больше 10 лет не видели, чтобы вода поднималась так высоко. Похожее было в 1993-м. Во время наводнений в 2001-м и 2002-м воды было намного меньше. Я смог эвакуировать свой скот, потому что живу близко к дороге, и мне было несложно это сделать. Но есть люди, которых вода окружила, и они не могут оттуда уйти. Напомним, несколько недель назад власти страны уже вводили режим чрезвычайного положения из-за наводнений в провинции Буэнос-Айрес. В то время пришлось эвакуировать 20 тысяч человек. Не менее 3 человек погибли.